Да бежит, 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 бежит. Бежит, 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 бежит. Бежит, бежит. Ты мой маленький, ты мой работник. Да. И Нюша, старшая сестра. Да. Так. Сейчас я покажу Филькину работу. Идем. Вот тут у нас площадка. Тут у нас площадка, где Филька сидит. У него здесь наблюдательный пункт. Он смотрит, кто там проходит. Вот он пришел на работу. Вот он пришел на работу, мой маленький. У него еще потом он обходит по периметру участок. Кто там, мои ребятушки, а? Так, Филька, ты чё? Ты же чик-чикнутый. Чё ты там унюхив? Смотришь. Вот, и сейчас даже вон там виднеется тропинка, в которой он обходит периметр. Ой, как плохо видно. Вон там. И все, он прям смотрит, наблюдает. Вон они, мои хорошие ребята. Вон, видите, как? Сейчас, конечно, холодно свою попу приземлять. А летом он тут только и сидит. Так, Нюськин пописал. Сейчас Филька пописит. Вот они у меня какие молодцы. Вот так вот все. Филина работа. Кто спрашивал, я отвечаю. Да. Да, мой хороший. Холодно, да? Сейчас скоро пойдем греться. Так, Нюш, а ты чего шумишь? За ночь столько снежка у нас высыпало. Я, наверное, рукой микрофон закрываю. Будет не очень хорошо слышно. Но уже перезаписывать не буду. Не холодно, -4, но снег высыпало прилично. Сегодня пришлось по новой опять все убирать. Так вон Филькины лапы. Молодец. По всему участку пробежался, все проверил. Так, я его не вижу, куда он вез. Наверное, опять побежал туда вдоль забора смотреть. Танюш. А, вон он там вдалеке, вижу. Один хвост торчит. Бежит мой работник. Ой, по снегу, ведь протоптал себе там тропинку. Ты молодец какой, ты молодец. Как мы без тебя раньше жили, вообще не представляю. Просто не представляю. Умница. Муж говорит, надо ему камуфляжную форму купить. Потому что он настоящий охранный пес. Ну что, Нюш, пойдем греться? Ну, пойдем? Пойдем. Пошли. Пойдем. Видишь, как хорошо. По чищенным тропинкам ходят. По снежным не хотят. Хотела что еще показать. Ну, теплицы почистили, конечно. Ой, почистили. Это я так громко сказала. Так приятно вышло на улицу. Муж уже почистил теплицы. И даже маленькую почистил. Обычно я этим всем занималась. Ну, тут, что удивительно, даже без напоминания, соскучился, наверное, по снегу, по лопате. Приятно. А я подсыпала. Ну, здесь у меня маленькая. Куда ты идешь по снегу за мной? Чудо ты в перьях. А? Маленькая сирень у меня такая какая-то. Не знаю, оставлю я или нет. А здесь я подрезала молоденькие гортензии. И вот такие сугробики сделала из снега. Присыпала. Если будет потепление. Ну,
хоть сколько-то до снега да останется. И моя сосна, красотка, красотка в снегу. Туечки. Так, что-то я про них и не рассказала. Году. Ладно, может быть, расскажу. Так, и вот это вот чудо, которое бы надо по большому счету убирать, тоже потом расскажу. Ну, уже не сейчас. Но просто посмотрите, какая красота. А? Жалко, конечно, мне его уничтожать, но придется. Красотища какая. Ау! Там кто-нибудь живет? Ну, следов нет. А я в валенках. Лучше зимней обуви нет. Ну, Наталья, я уж туда не пойду. Там розы тоже подсыпала. Вдалеке. Бежит, бежит, бежит мой заяц. У них что-то там лает. И он побежал. Побежал, побежал, побежал. О, молодец какой. По очищенным дорожкам бежит. Умница. Что, он дурак, что ли? По бездорожью. Что, Филюня, замерз? А, пойдем? Пошли. Облизываешься? Ты думаешь, что обед скоро? Пошли. Нюха подсматривает. Нюш, ты тоже замерзла, да? Ой, ну что? Сейчас, подождите, я стряхну веником. Снег. И пойдем. Филька тоже ждет. Пойдем, пойдем. Замерзли, есть хотите, небось.